Каждый ребенок с раннего детства смотрит различные мультфильмы. Они помогают расти, познавать мир, учат быть добрыми, а также улучшают мышление. Мне кажется, каждый ребенок мечтал сам оживить своего любимого персонажа. В нашем городе у маленьких зареченцев есть такая возможность. Ребята из анимационной студии «Фантазеры» с большим удовольствием делают мультфильмы вместе с педагогом Светланой Алексеевной Зиненковой. Мы участники анимационной студии «Фантазеры». В этом кружке мы делаем различные мультики. В прошлом году мы сделали мультфильм «Радужный кот». Мне нравится делать мультфильмы, потому что всегда друзья поддержат и помогут в трудную минуту, если у тебя что-то не получается. Для создания мультфильмов ребята сами делают декорации. В основном они используют бумагу и пластилин. Персонажи делают сложнее декораций. Этим занимаются не все ребята. Во время выполнения работы развиваются качества глазомера, мелкой моторики рук и умение выполнять поставленную художественную задачу. Когда все готово, можно приступать. Следующими важными деталями в изготовлении является мультипликационный станок, фотоаппарат и ноутбук, а также специальные компьютерные программы для монтажа. Задача оператора не только нажимать кнопочки, но и следить за тем, чтобы в кадр не попало ничего лишнего. Сначала мы создаем сюжет, потом делаем сценарий, а потом мы начинаем делать декорации. Мы декорации делаем своими руками из пластилина, цветной бумаги, красок. Потом мы озвучиваем и снимаем. Для съемки нужен мультипликационный станок, фотоаппарат и компьютер. Нужно много фантазии, желания что-то сделать, труда, усилий, много воображения. Это направление также помогает развиваться и детям с ограниченными возможностями здоровья. Давайте посмотрим отрывок мультфильма, который сделали ребята. Мы сейчас готовим мультфильм про княгиню Нарчатку. Это была женщина-воин, которая возглавила свой народ против татар-монголов. Приходите к нам в студию делать красивые, клевые, познавательные мультики. Анимационная студия «Фантазеры» была создана 7 лет назад. Сейчас она работает на базе Дворца творчества детей и молодежи. Здесь мы располагаемся уже второй год. Мы создаем с детьми интересные, познавательные и полезные мультфильмы. Сейчас в нашей студии занимаются 75 детей, мальчиков и девочек разного возраста. В настоящее время мы с ребятами создаем 4 мультфильма. Один мультфильм о княгине Нарчатке мы делаем с ребятами группы свободного набора. И 3 мультфильма мы делаем на базе школы «Дидакт», 16-го детского сада и 9-го детского сада. Это будут познавательные, полезные мультфильмы о том, как безопасно вести себя в городе, на дорогах, о том, что такое здоровье, о том, как дружить. В общем, разноплановые, полезные, интересные мультики.